Ну, с 31 числа у нас, с 31 декабря по 9 января наши дорожные службы не прекращали работу по уборке снега. Они работали у нас в двухсменном режиме. Также они у нас усиливались привлеченной техникой. Если же сравнивать в абсолютных показателях, то эта зима для нас серьезное испытание. На текущую дату в городе вывезено снега почти что в два раза больше, чем за всю предыдущую зиму. То есть за прошлый зимний период мы вывезли 195 тысяч кубических метров снега, а на сегодняшний момент у нас с территории города вывезено 370 тысяч кубических метров. Почти что в два раза больше. Ну, буквально день-два, и мы эту цифру уже перешагнем. Непосредственно сегодня у нас в день на линии работает 113 единиц снегоуборочной специализированной техники. Более 140 человек, грузчиков и дворников, у нас работает на очистках подходов к пешеходным переходам, тротуаров, остановочных пунктов, аллей и всего прочего. Снег у нас на территории города развозится по местам снегоотвалов. У нас их, согласно городскому постановлению по борьбе со снежными заносами, 9 штук. Данные места у нас согласованы с природоохранной прокуратурой и с Минприроды. На сегодняшний день у нас почти все снегоотвалы на 100% заполнены. Но благо сейчас наступил мороз, и мы сможем начать формировать второй ярус. Почему он не формировался ранее? Потому что у нас температура была не такая холодная, и техника, когда заходила на снежные массы, складированные ранее, она начинала проваливаться. Но погода нам сейчас в этом плане немного благоволит, и мы сможем эту работу выполнить. Темпы мы не сбавляем. Ситуация у нас в настоящий момент сохраняется в определенной динамике, то есть снег продолжает идти, но так или иначе перелом после тех буранов, которые происходили, он у нас уже виден. Работа проводится как по основным магистралям, так и по второстепенным улицам. И, естественно, большое внимание уделяется пешеходной среде. К сожалению, единомоментно, единовременно мы не можем весь город в раз убрать, хотя, естественно, такая необходимость есть и такие желания есть. Ну, мы к этому стремимся, и мы стараемся выполнить данные работы. Где еще на сегодняшний день сохраняются, так скажем, самые сложные участки, когда очень будет удобно сеять дорожников? Ну, на сегодняшний день у нас основной упор идет на вывоз снега с магистрали, где проходят маршруты общественного транспорта, потому что много где имеется зауженность, то есть снежный вал был сдвинут в сторону и не вывезен, потому что это процесс по времени довольно затяжной, и поэтому, когда были снегопады, снег в основном сдвигали и не увозили. На сегодняшний день, когда у нас залповые вот эти осадки прекратились, мы сейчас занимаемся вывозом этой Павловский тракт, и проспект Комсомольский, и второстепенной магистрали. Довольно у нас напряженная обстановка сохраняется в поселках, там у нас отрабатывают грейдера, фронтальные погрузчики также увозим. Ну, фронта работы у нас еще хватает, стоит говорить об этом открыто, мы это осознаем. 9 отвалов официальных, там только муниципальные службы могут снег туда привозить, а частники туда? Для них какие-то есть оговоренные площадки или кто куда? Сторонние организации, которые занимаются вывозом снега, либо еще чего-то, могут пользоваться полигоном твердых бытовых отходов. А те 9 мест снегоотвалов, которые согласованы администрацией, они эксплуатируются исключительно для нашего бюджетного учреждения «Автодорстрой», который занимается содержанием всей улично-дорожной сети города.